Железногорские школьники отправились в детский центр «Орленок». На отраслевую смену для одаренных детей в рамках проекта «Школа Росатома» попали 16 старшеклассников. Подросткам предстоит пройти испытания в рамках летней школы «Архимед», показать свои ораторские способности в рамках дискуссионного клуба «Трибуна ученого», принять участие в физико-математических боях, посетить экспериментальные площадки и открытые лекции научных деятелей.